Кто такие колята? Ответ на этот вопрос точно знают воспитанники детского сада «Гусельки». Ребят с малых лет учат бережно относиться к природе родного края. Результат налицо. Работа экологической направленности старшей подготовительной группы учреждения стала лауреатом всероссийского конкурса на лучший стенд-уголок «Колята-дошколята» и «Колята молодые защитники природы». Изготовили стенд экологической направленности, создали свое методическое пособие, представили его на этом стенде. Для детей это очень интересно, познавательно. В процессе игры, в процессе экскурсии, познаний они углубляли свои знания экологической направленности, дополнительно приняли участие в составлении элементов экологической тропы на территории детского сада. В частности, мы там метеоплощадку оборудовали, уголок природы. В списке победителей всероссийского конкурса также базар Сызганская средняя школа номер 2. Отличились и колята Ульяновской области и на региональных конкурсах. Их тоже наградили почетными грамотами. Такие социально-образовательные проекты формируют у подрастающего поколения ответственное отношение к окружающей среде, экологически ориентированное мировоззрение и активную природоохранную позицию. Экологическая культура населения является первостепенной задачей государства при переходе не только на цифровую экономику, но и на зеленую энергетику. В Ульяновской области на сегодняшний день более 5000 участников всероссийского движения «Колят». Ежегодно в этот проект входят новые образовательные организации региона. Вступить в отряд защитников природы может каждый желающий. Во Дворце творчества детей и молодежи также расположен эко-кампус, где каждый ребенок может углубить свои знания и открыть для себя что-то новое. Дворец творчества детей и молодежи является региональным ресурсным центром по естественно-научной направленности. На нашей базе создан Центр естественно-научного образования и экологического воспитания «Эко-кампус». Мы ждем всех на экологические программы. Тут и естественно-научные, то есть мы и агротехнологии изучаем, и работаем по дрессировки собак. То есть очень, очень много интересных, разнообразных программ. А в рамках подведения итогов всероссийского конкурса состоялась торжественная церемония посвящения обучающихся объединения «Зеленая планета» в отряды «Колят». Алина Тихонова, Юрий Ломатов, Улправда ТВ.